Добро пожаловать в Хэмптон-Инн. Вы бронировали номер? Нет. У вас в сумке собака? Нет. Мы пускаем с маленькими животными, если оставите залог за уборку. Отлично, у меня как раз маленькая собака. Сидит в машине. И что ты делаешь у Меркьюри? Вернулась концами? Нет, конечно, издеваешься. Этой зимой. Девчонка, которую вы ненавидели в старших классах. Королева выпускного, истеричная сука. Возвращается. Расклад такой, нам с Вадди Слейдом суждено быть вместе. Я приехала за ним. Он как бы женат и ждет второго ребенка. Дети пусть в этой дыре растут, я не против. На твоем месте я бы заткнулся и подыскал психолога. От режиссера фильмов «Мне бы в небо» и «Спасибо, у нас курят». Младшенькая у него просто чудо. Да вы ее видели? Вблизи-то. И автора сценария Джуна. Хлопнем. Обладатель премии «Оскар» Шарлиз Терон. Знаешь что? О, боже. Все становятся старше. Ты просто нечто. Но не все взрослеют. Что вы хотите подобрать? Я иду на рок-концерт с первой школьной любовью. Покажем ему, что он упустил? Да нет, мы виделись давеча, он уже понял. Зато жена его меня 100 лет не видела, так что... Молодая совершеннолетняя. Ты можешь уехать со мной в город, как мы всегда хотели. Но я женатый человек. Ничего страшного, вместе мы справимся. Скоро на экранах.